Привет, вы на моем канале. Сегодня мы будем делать бисквит вместе с Даней и с бабушкой, которая мне будет помогать. У меня тут написан рецепт. И что нам для этого все нужно? 10 яиц, сахар, миксер, ну и абрикосы, масло, мука и миксер, а также ванильный сахар. И мы вот постелили уже. Так вот это все выглядит. Сейчас мы должны взять 10 яиц и разбить их в тарелочку. Не видел. 3. Там что-то такое, что это на яйце. Ничего там страшного нету. Вот так. Раз. И потом взял, разделил рукой. Раз. И видел. Сделали 10 яиц сюда и 2 ванильных сахара мы сюда высыпаем. Вот мы взяли сахар и чуть-чуть перемешаем. Так. Не надо мешать. Бери сахар, высыпай вот этот. И сахар 2 стакана. Второй стакан. Берем, высыпаем. И высыпаем. Теперь берем миксер, включаем его. И перемешиваем это все. Ой, мама! Оля, Оля! Держи, хорошо. Сейчас ложим чуть-чуть щепотку соли. И это тоже перемешиваем. Бабушка мешает. Мы берем абрикоски и нарезаем их кубики. Мы берем ложку. И муку насыпаем. Полную ложку насыпаем. И перемешиваем. И мы должны получить как сметану, как сметану. Вот она, смесь должна выходить. Как жидкость. Немножко еще добавлять муки. Ну ничего, давайте муки добавим. Да. Ложка. Куда ложку делать? Не-не, вот она, я сейчас буду так. У нас просто тут дырочка и налоговый дом, не да, бабушка? Вот, отлично. И это берем чуть и еще перемешиваем. Можно и миксером, а я пока нарезаю кубиками. Абрикоски. Жидкость получится должна. Машка пошла мыть руки. Как густенькая. Вот так вот. Я уже нарезала кубиками. И вот наше тесто готово. Сейчас мы берем масло, 2 ложки, ну это мы делаем на глаз, и на вот эту фольгу, как я могу сказать, берем, наливаем и смазываем, да. И потом выливаем вот эту жидкость, а на эту жидкость потом мы берем и ложим абрикос. Похоже на миксер. Вот так вот это все выходит. А ложка тебе еще пригодится? Хорошо. А да мне, да? И кастрюлю. Я отнесу это все. С удовольствием. Так нас прям рассчитали. А ты снимаешь? А, забери. У нас масло вот такое вот. Нет, ты все уже заберешь. Оно это с... Ну его не надо, это тесто сырое. Его кушать нельзя. Берем и кладем. Равномерно размаживаем. Да. Абрикоски. Можно их сделать и покрупнее. И вообще их не резать. Ну, это на ваш вкус. Как тесто делаем, тоже по сахару, как вы хотите. Мультиварку и положили ее на дудочку, потому что она ну, может как бы так сбиться. И вот. По нашему
нужно включить мультиварку на 150 градусов на 1 час. Ну и вот сейчас мы туда положим. Мультиварим, ставим и включаем мультиварку. Так, вот она замигала. Она чуть-чуть отходила. И нажимаем. Меню. Рис, гречка, плов, надо каша. Надо сильно, чтобы это... Сейчас. Так, где печь? Вот это, да? Теперь печь. Время. Так, это что? Время приготовления. Час. Один и... час и... старт. А, температура еще, да, подожди. Да. Температура. 150. Все, нажимай. И все. Вот у нас... И пошло. Пошло, да. Процесс. У нас получилось, и давай... Да-да-да-да-дан! Фольга. Она такая припечаталась прям. Там собаки тяпкают. Ну, я все... Выбрасываем. И все дома. И переворачиваем. Все подгорели чуть-чуть. Это ничего страшного. Нормально. И сейчас мы его перевернем. И вуаля. Та-дам! И вуаля. Все очень красиво. Посмотрите, как тут все выглядит. Эту дырочка. Ну, короче, все красиво. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем удачи и всем.